Интересно, что невольной политической жертвой ураганов в Атлантике стал президент США Дональд Трамп. Он занимает весьма скептическую позицию по вопросу об изменении климата, если не сказать, что вообще отрицает влияние людей на климат. И даже сейчас, когда американцы столкнулись с самыми серьезными ураганами в истории наблюдений, Трамп все равно заявил, что не видит связи между этими разрушительными явлениями и климатическими изменениями. Мол, бывали штормы и посильнее. Это цитата. Впрочем, американскому президенту уже 3 раза за последние 3 недели пришлось посещать пострадавшую Флориду. Возможно, он изменит свою позицию.